вами Crochet Bay Game. Йоу, всем привет. Сегодня, Аринка, мы будем в Икее играть. И знаете, что будем строить? Здесь только строить дом как инь бы, янь. Да. В основном только можно. Дом инь-янь, как Аринка сказала, да. Уже черная и белая. Две половинки образуют целое. Да, и, кстати, к нам мирки тоже лица, моя мама подойдет. Две половины. Одна женщина, другая мужчины. Не слышала такую песенку? Короче, мы с двух аккаунтов, скоро третий аккаунт подойдет моей мамы. И каждый игрок будет строить свою комнату инь-янь. Сейчас я папу телепортирую. Не надо меня телепортировать, я уже начинаю строить. Да папа, ты, вот, все, вот это твое место, ты здесь строишь. О-ха-ха, мне место указали. Крош, я хочу сам себе выбрать местечко. Да папа, да я уже вам подготовила точки, подставила. Окей, ну давай, погнали тогда. Ну, строй. Пишем дом так. Папы. Так, все. Вот это мой, да? Вот? Да. Не, я там, где бордовый. Вот, давай, смотри, пап, идем за мной, смотри. Здесь еще есть с этой стороны. Окей. Комната. Давай я сам себе выберу площадь. Ну, ладно. Что я должен вот это? Только вот... не сильно далеко, хорошо? Так, я вот это вот бордовое место. Это... Ладно. Ты себе хотела, да? Да. Ладно, я тебе уступаю, ура. Ты все-таки дочь. Так что деткам надо уступать, родители, да. Ну как бы и старших надо уважать. Да, да, но понимаете, здесь выгодно, почему это уступать деткам, потому что детки-то вырастут. И то, как вы относились с ними, когда они были маленькие, потом будет акт отмщения. Не, вот это, вот здесь я буду, точно, это мое будет место. Давай я удалю тебе вещи все. Да, я сам удалю. Нету, нельзя не на компьютер, нельзя на планшете удалить вещи. А, ну тогда поудаляй тут все, пожалуйста, я это хотел сказать. Пап, смотри, здесь даже у тебя камин есть. Так, и я начнем. Сначала я начну с самого грустного, мрачного, такого депресснякового, да, кстати, это черное. К нам скоро мама моя придет. Окей, мамочка нас поддержит. Так, а я... Ну, не сам играть, как бы будет. Я сделал белую акулу. Белая акула? Так, где у нас стенки? Так, не знаю. Смотри, динамик нажми. И смотри, бери его. О, вот, вижу. А где стекла? А вот, я вижу. Ладно, все. Просто можно текстуру сделать такой более красивой. Это пластик. Он очень красивый. Короче, берем кучу белых и кучу черных. Так. Ну, кажется, все. Сначала я выстраиваю черный. А нет, белый. Кроша, ты с белого начинаешь, да? Да, я с белого начинаю. Кстати, с днем Святого Валентина. Да, сегодня день Святого Валентина, это день влюбленных. Папа, Крош, ну, знаешь, как бы мы тут поздравляем как бы всех, но обычно поздравляют влюбленные друг друга. То есть это такая, знаете, как вам сказать, это личная тема. Ну, и что? Ну ничего, ты, в принципе, правильно сказала, праздник есть праздник. Мне игрушку купил, папа. Ага. Маленького овчарика. У меня есть большой, и теперь маленький. Пап, смотри. Да, пап, сейчас самое будет смешное. Смотри. О! Подожди, ой! Спасибо, Крошик! А, ты тоже уронил? Да, я тоже. А, это я думал, ты мое уронила. Да так. Я свое уронила. Ты тоже с этих панелей начинаешь, да? Кстати, нет, классные панели. Нет, смотри, я с других. Я с вот таких больших. Боже, сколько у меня этих. Помогите. Так. Ну, рассказывай, пап, что-то. Ну, что там тебе рассказать? Все, кто любит строить, обустраивать свои комнатки. Играйте в эту игру. Да, добро пожаловать, играйте вместе с нами, тусите с нами, смотрите наш канал. Наш подписывайтесь, друзья. Да, да, строительство, конечно, это долгий процесс, но вы вот так вот включайте видосик, делайте свои дела и просто слушайте, делайте нам просмотры и не пропускайте рекламу, чтобы нам капали эти несчастные копейки. Не, на самом деле вообще не из-за денег, потому что это денег тупо. Да, кружевари. Это чтобы меня заметила кошка Лана. Кошка Лана? Да. Как же ж так? Давай подумаем, как же ж к твоей мечте приблизиться-то, а? У меня есть один план. Писать комментарии на самых первых видео кошки Ланы. Кошка Лана заметит. И она заметит, и она тебе обязательно ответит. Она же такой же человек, как и все. Ничего такого. Просто иногда комментарии закрыты. Да? Ты как ты считаешь, почему? Потому что хейт. Хейт плохой. Как можно писать плохое на компьютерную игру? Наверное, плохо объяснил кто-то.
Ну, или типа... просто по приколу. Просто по... Да нет, это просто плохие люди пишут хейт, вот и все. Потому что, ну, нормально. И давайте вы не будете такими людьми. Не будете нам писать хейт. Ну, потому что, ну что, ну потому ты... что смысл от хейта, если все равно его можно удалить в себе. Ну, да, и да и вообще удаляется, как бы, да, какой смысл. У меня дырка. Как говорится. Дырка? Чё? Смотри, так, бабка, как у меня получается. О, как классно. Так. Так. И, кстати, когда мы скоро мама нам контактировать, да? И, конечно. Кстати, она с нами будет строить. Угу. Ой, сейчас у меня эти скины получатся не очень. Я очень... Можно я, пойти я, проведать тебя? Я сейчас, конечно, проведаю. О, Саш... привет! Ой, привет! У тебя будет стеклянный дом? Ну да, я люблю все в стекле, вот, в стиле шале. Я прыгаю. Круто. Я пока всего лишь... Папа, а можешь пойти ко мне, пожалуйста, смотри? Тоже, да, ну, я... пойди, сейчас папа. Последнюю стеночку поставлю. Ну, я тратил на тебя время. Ну вот уже манипулятор. Манипулируешь мной, да? Так, секундочку. Шан, своего рода, да, такой. Так, стоп. Крошик, крошик. Я сейчас, ребят, играю на планшете, я вам хочу сказать. Это очень сложно. Да, на компе реально круче. Не, ну зато у меня круто. Так, ладно, иду к тебе, смотрю, смотри. Что у тебя тут? А у тебя здесь только... Только бока. Не, ну чё, белые и черные стены, у тебя уже процесс продвигается, крошка, умничка, ты молодец. Смотри, какая черная. Дарья, это я хочу сказать, надо всегда хвалить друг друга, чтобы самооценку повышать и желание что-то делать, и чтобы была мотивация, стремление. А ты знал то, что я делаю высокий потолок, самый высокий, который на прошлом видео. Серьезно? Самый высокий, вот такой же. Вау. Это круто, крошечек. Ну как? Это очень круто. Как у тебя там получается? У меня пока только стены выстроены. А, логично, у меня уже потолок. Я крошечек. Уже потолок строю. Сейчас мы будем продолжать стены строить. Но я уже стены достроила, пап, смотри. Молодец. Пап, посмотри, какой уголок у меня получился. Няшка. Так. Так, ладно. Вот сюда. Да, ага. Но планшетики, конечно, как выставляем. Ну да. Реально тяжело выставляется. Не, ну зато я же как-то играю на планшете. Крош, а тут белые стены есть же, да? Можно их покрасить. Вот эти, да? Любые. Смотри, можно вот так сделать. Покрасить любой цвет. Угу. Все. Вот так. Будет белая арка. Заспавнить. Заспавнить, и кто не понимает, я не знаю, как это объяснить. Это ну, типа ну, сделать вещь. Короче, да, это просто... Не вещь называется их. Создать эту же вещь. Так, опять вспомним черное. Так, это у меня тут уже камин, тух. Так-то, блин. Рытый кот! У меня потолок не ставится. Крошек, а ну-ка. Надеюсь, такой ржачки, как в прошлом видео, не будет. А что за прошлое видео? Так, короче, было, да? Там я вот так молчала, если что, ребята, это я очень сильно смеялась. Потому что мама сказала, это хватит, я вот так просто не могла сделать ровно, вот так вот делала, потому что мама меня трясла. И, короче, потом она сказала, да хватит, у тебя уже стена летает. Как можно стена летать? И вот почему я смеялась. Так, крошечка, сейчас. У меня очень даже миленько получается, смотрите. Скажите красиво. Смотри, пап. Ага. Очень мило даже. А у меня все из окон. Зачем? Не знаю. Ага, логично. Я так и знал, что это. Чтобы больше было света. Окна, они создают... Пап, так ночь настанет. Ощущение пространства. Так ночь настанет. И зеркала. Вы знаете, что зеркала увеличивают объем? Окна, зеркала. Через окна больше проявляется солнечный свет. Чем больше солнечного света, тем больше вырабатывается в вашем организме нужных веществ. Там серотонин, допустим, дофамин. Это такой гормон. Потом... витамин D, он знаете на что влияет? На вашу гормональную систему, на настроение, на самочувствие. О май гад! Энергичный. А если я не хочу делать домашку? Крош, если не хочешь делать домашку, тогда сделай. Тогда просто сделай, let's do it. А я домашку уже сделала. Крош, я тебе хочу сказать так, что витамин D нужен для того, чтобы еще лучше делать домашку, потому что больше витамина D, больше энергии. Да. Так что, что там? Загорайте на солнышке. Да? Только, конечно, сейчас стало солнышко. Кушайте, нет? Да, хорошую пищу, меньше картошки фри, как бы и колы. Да, отлично. Вкусно, но оно вредно. А потом, знаете, лишний вес наберете, потом, ох, как тяжело будет сбрасывать. Так, хорош, а ну приди ко мне домой. Это у меня с планшета не удаляет стены. Удали, пожалуйста, несколько стеночек. Вот эти? Черные, белые, да, посередине они мне не нужны. Thank you, А вот это надо удалить? Нет, нет, ну вот это черный, да, удали, пожалуйста. Так их там... О, понятно.
Я тебе удалила стену случайно. Там крошечки. Ой, луночка к нам пришла. Так. Хороший человек, так, я уже сейчас, знаешь, подхожу уже к столу, я уже сейчас стол делаю. Да, а, как-то надо помедленнее делать, чтобы опять часовое видео получилось, да? Не, ну мы можем помедленнее делать и сделать там 24 часа видео, сколько ты, никто смотреть. О, крутое видео! Да, никто смотреть не будет, кому нужно это время, не гонитесь за временем, а гонитесь за качеством. Давайте мы чуть-чуть сделаем там потолок, стены там такое, подровняем все и к вам вернемся. Крош, ты пока, ну да, мы в общем сейчас по мелочам, там потолок общестроительные работы, а дизайнерские моменты уже все это дальше продолжим. Даже с, вами. С мамой. Вот что у меня получается, вот здесь. Крош, ничего не видно. У тебя там нормально все? У меня да, все хорошо. Практически на финише. Да, я давайте готов. Сейчас посмотрим, что у папы. Мамочка, как ты там уже все закончила свой дизайн? Нет, на самом деле мне чуть сложно, потому что я хожу... На первый раз играет с телефоном. Да, Крош, ну-ну. Я понабирала много мебели, теперь я разношу по разным углам. Потому что я не могу ее удалить. Крош, а ну покажи мой дизайн ребятам. Покажи подписчикам мой дизайн. Мама, да я удалю ее. Ну так сложно, подождите. Просто мама кучу разных штук забавила. И теперь... И к моей карте. Арин, давай я проведу экскурсию. Давай. Давай сначала. Камера... Аккуратнее, дочь. Давай, чтобы это мы видно. Вот раз, два и две секунды ничего не видно. Итак, смотрите. С левой стороны у нас инь-янь или янь-инь. Выбирайте, какой черный, какой белый по вкусу. Смотрите, также у нас вот два одинаковых диванчика. Ну, практически одинаковых. Разных цветов. Разных цветов. Повернись. И разного Ариночка, размера. Ну, а ну булочками в сторону дивана. Повернись, а передом к камину. Избушка лесу задом, ко мне передом. И вот мы видим Хьюберт. Один белый, другой черный, да? И акулы. Да, и акулы. Черный, белый. Все, унитаз. На любой вкус. Унитаз. О, я возле черной, с черной стороны я не сделал унитаз, ну, потому что, ну комната небольшая, любит. Пусть все на один толчок ходят. Да, смотри, пап, сюда бы и ванная, и туалет. Не, это обзорная, смотреть, кто на улице там. Здесь, папа-то... Кстати, папа... у каждого из вас дома обзорная, если так, папа, как, кстати. Папа, а ты знал, смотри, папа, ты не закончил работу. Смотри, у тебя здесь стены нет. Нет, это вентиляция, смотри, естественная. Смотри, пап, потом у тебя через Крош, дырки в стене можно Крош, пройти. Крош, ты не понимаешь, это новая тема. Туда... Так, заходим, идем к маме. Давай посмотрим твой, ну покажи еще раз твой. Сейчас. Мама. У мамы здесь... Мама, ты опять носишь вещи. Одно зеркальце. Не, ну слушай, но если... Ладно, если, не надо. Если представить, что вокруг все белое и черное, то, в принципе, нормальный дизайн. Смотри. Минимализм. Мама, у меня вопрос. Инь-янь, что здесь яблоко делает красный? Крош, а покажи свой. Хорошо. Не, ну реально, инь-янь, черный-белый. Только, только плавнее, а то я сам не успел. Вау, это ты пол из диодной подсветки сделала, да, лампы? Ого, как черно, темно, как в черном месте. В пакете, закрытом. Да, это точно. И вот здесь. Вау, как круто, Крош, а теперь плавненько назад, отойди плавненько, красивенько, и мы покажем подписчикам, как это все. Смотрится, вау, классно. Это я еще не доделала. Очень красиво, очень. Мама, ты же даже не смотришь. Ты опять куда-то ушла. Так, давай притянем тебя. Я, ты знаешь, я считаю, что если кто-то один из кто-то сделал, он должен помогать другому. И также, ребят, вот если кто-то, ну, это ты, у вас более успешный, да, вот в классе есть, в школе или в институте, или еще где-то, да, вот разных возрастов Ой, вы смотрите. У тебя волосы белые. Да, вы более успешный, вы должны помогать, ну как должны, вы можете помочь другому человеку, чтобы он тоже стал такой же успешный, как бы.
Если мы будем друг другу помогать, ну тогда и будет мир во всем мире. Скажите, а какой смысл? А в том смысл, что у каждого человека свои способности. Я хочу тебе косички перекрасить. Если реально, ну как бы друг друга поддерживать, то все будут в наваре, как говорится, не в обиде. Давайте будем жить мирно, как это яблочко с Иваном. Папа, смотри, яблочко с диваном. Классно. Яблочко. Очень классное дизайнерское решение. А Луна что-то там творит. Ну, ничего страшного. А я опять яблоко отнесла маме. Мама, ты зачем? Смотрите, мама у меня. Она мне сделала. То есть мама украла у тебя? Не, я... Мама, я не об этом говорил, чтобы друг другу помогать, воруя у друг друга. Нет, это я совсем не эту мораль тут повествовал, тут философствовал. Нет. Я имел в виду, не воруя друг у друга, помогать друг другу. Сказал, что я ворую. Я просто должна. Да. Так что так. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем вот... дизайнерские моменты, ну это да, двух комнат, трех комнат, ну третья в супер минимализме, одно зеркало, инь-янь, а с вами было Крошик The Game, ставьте лайки и подпишитесь на канал, всем пока-пока, и не пропускайте наши новые видосы, и мама, отдай мой палец.